Привет, друзья! Вас никогда не удивляло то, что в обычных карманных фонарях и в ручных фонариках с лампочками накаливания та самая лампочка накаливания стояла всегда с напряжением гораздо меньшим, чем то напряжение, которое выдавали батареи этого фонаря. Да, любой фонарик, работающий хоть на плоских, хоть на круглых батарейках, всегда снабжался лампочкой, которая на вольт, а то и на полтора была меньшего номинала, чем батареи. К примеру, квадратная батарейка на 4,5 вольта для плоского фонаря всегда питала лампочку на 3,5 вольта, а иногда мы даже ставили лампочку на 2,5 вольта, чтобы свет был более яркий. То же самое касается и фонарей на круглых батарейках. Три батарейки по 1,5 вольта – это было всегда 4,5 вольта, но в этих фонарях лампочка была на 3,5 вольта. Даже самодельные фонарики, которые мы делали в детстве из квадратной батарейки и лампочки с изолентой, мы снабжали либо лампочкой на 2,5, либо на 3,5 вольта. Причем с лампочкой на 2,5 такой фонарь работал куда эффективней. Эта тенденция сохраняется испокон веков во всех фонариках. Батареи на одно напряжение, а лампочки на более низкое. А ведь в сеть 220 вольт мы никогда не ставим лампочку, рассчитанную на меньшее напряжение, ведь она перегорит. Так почему же вдруг в фонариках эта тенденция сохранилась до сих пор? Новые фонари также устанавливают лампочку на меньшее напряжение, чем выдает сама батарея. Вы не знаете почему? Хотите знать подробности? На моем основном канале этому посвящено длинное видео.